Oh Gott, ein halber Zentimeter. Это уже такая резина серьезная. Серьезная резина. Сейчас настроимся. За края. За края берусь. Я не знаю, что это было, но получилось. Значит, не такой он и страшный, этот твистер. Блин. Ну, я очень доволен. 120. Фух. Ну. Стальной хват России, привет большой. Силой мысли я вызвал этого человека. Давно мы не виделись с Анатоличем, соскучились. Ну, Анатолич ко мне приезжает что-нибудь попробовать, раз в полтора месяца. На больше уже у нас сил не хватает. Я переговорил сейчас с Ярославом, рассказал Паше, что собираемся мы сделать. Итак, ребят, вот это 120-й на пружине 9,75. Ну, подарочный. Колпаки золотые, ручки чуть больше. Немножечко он потяжелее в плане хвата. Но когда кисть большая, в общем-то, это можно там нивелировать, скажем так, вот этот хват. И Ярослав бьется кисти полностью вот с этой петлей. Не может дотянуть 2-3 сантиметра. В качестве поддержки Ярослава Анатольевич говорит, ну давай попробуем. Попробуем. Значит, кисти полностью, ребят. Это не за края. Сразу вам говорю. Это вот так. Это когда полностью рука лежит. То есть ломать надо через запястье. Я не знаю как. Я уже 200 раз, наверное, даже говорил, что это такое. Что это очень тяжело. Я немножечко развернусь. Потому что пружина 9,75 это страшный по тяжести твистер тяги. И петля она такая никакая уже, скажем так. Ну давай, Анатольевич. Ну как? Да пиздец. Вот слышали, да? Просто объективно, вот слова, которые есть. Это жопа. Сделаем маленький перерыв и попробуем на следующий попытку. Буквально перерыв, а все-таки Анатольевич говорит, надо лямки одевать. Потому что ну его нахрен отстернет. На самом деле, ребят, лучше лямки одевайте, чтобы зафиксировать их вот на руке. Итак, мы беремся, вот это называется кисти полностью, что все будет ломаться через запястье. 29 миллиметров, у меня 29, она бывает еще 32 миллиметра. И плюс она нонейм. Анатолич первый раз попробовал, сказал, да, это очень тяжело. Так что, Ярослав, ты понимаешь, что вот эта 9,75 красная пружина, это самое сложное, что возможно. Ну давай, Анатолич, держи. Давай. И, молодец. Вот, пожалуйста. Все, кисти полностью. Блин. Я с резиночками только так. Да. Значит, фиолетовой петлей победили. Сейчас поговорим с Анатольевичем. Может, он...